это на кладбище. Зоина могила в хорошем состоянии. Наши приятели за ней хорошо ухаживают. Мрамор чистый. Ухожено везде. Все в полном порядке. Чему мы несказанно рады, что она тут не одна и уход полноценный. Каждый раз, когда мы приезжаем в Чехословакию, мы заезжаем в Нюрнберг, и всегда мы проведываем кладбище. Собственно говоря, это и цель нашей поездки.